Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и в этом видео я хотел бы кинуть челлендж всем, кто считает себя файтером. Играет в такие игры, как Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, Injustice, UFC. Делает и заучивает там крутые камбушки, нагибает противников красивыми приемами. Но можете ли вы это комбо сделать в реале, или хотя бы часть тех комбо, которые вы делаете в игре? Сможете ли вы это комбо сделать в реале? Это будет челлендж-проверка, челлендж-тест. Являешься ли ты настоящим файтером, или ты просто комнатный задрот? Итак, ребят, чуть позднее в этом видео я покажу вам несложное трехударное комбо. Вся сложность будет заключаться в том, что оно выполняется одной ногой. Все три удара выполняются одной ногой. Вот. Вы можете сделать это комбо, а можете даже его улучшить. То есть, можете сделать даже его как-то круче. Записать на видео и выложить под таким же названием хэштег комбо в реале. Итак, в первую очередь я кидаю челлендж таким известным нашим YouTube-файтерам, как Некрос и Johnny in the Dark. Но этот челлендж также относится ко всем остальным ютуберам, твичерам, короче, и тем, кто просто играет в файтинги, кто, может быть, приходит ко мне на стрим и играет в файтинги. Этих людей очень много. Каждому из вас, ребят, этот челлендж относится. Так что если вы считаете себя не комнатным задротом, а настоящим файтером, то запишите видео, в котором вы повторяете вот это комбо, которое я сейчас вам покажу, либо делайте его даже круче. Также вы можете записать это видео и кинуть челлендж какому-то еще ютуберу, кто, вы знаете, тоже занимается подобными играми. Просто я, возможно, этих людей не знаю, потому что их много на самом деле на ютубе. Я назвал таких двоих самых известных, кого знаю я, скажем так, в наших кругах. Вот. А вы можете найти кого-то еще, кому можно кинуть этот челлендж. Итак, ребят, смотрим комбо. Ну что, ребят, вроде комбо на вид несложно, я думаю, что вы сможете его сделать. Итак, Некрос, Джонни, я жду ваши видео. Также жду видео от всех зрителей, кто занимается файтингами или других ютуберов. Подписывайте ваши видео хэштегом комбо в реале. Можете также подписать ваш ник, например, в игре после вот этого хэштега. Все видео с таким хэштегом я буду добавлять специально в отдельный плейлист. Даю вам, ребят, кстати, на запись месяц, на запись этих видео. И потом на отдельном стриме мы прямо все эти видео, весь плейлист посмотрим прямо в прямом эфире и увидим, кто у нас настоящий файтер, а кто комнатный задрот. Да, ребят, если вы отказываетесь принять участие в этом челлендже, то автоматически вы признаете себя просто комнатным задротом. Но мы же этого не хотим, да? Вспомните, что раньше выходили разные фильмы с Ван Даммом, там, Брюс Ли, Джеки Чаном. Мы их смотрели, фанатели, эти фильмы нас призывали. Мы не просто их смотрели, многие из нас начинали заниматься спортом, шли в секцию карате, бокса или еще куда-то, да? Но к чему нас призывают игры? Неужели просто к тому, чтобы мы просиживали свои задницы на стуле и просто жмякали кнопки, задротили? Я в это не верю. Я думаю, что многие из тех, кто занимаются и любят файтинги, игры, тоже чем-то занимаются и что-то могут в реале сделать. Так что этот челлендж сделан для этого, ребят. Если ты настоящий файтер, а не просто комнатный задрот, то ты запишешь это видео, и мы его увидим. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был Анидзука. До новых встреч!